Я родилась на Кавказе, где величавые горы и бескрайние леса. Отсюда безусловная любовь к природе. Я Алина Комлева, художник, который влюбляет в горы и море. Через пейзажи я хочу передать важность заботиться о земле, а не только эксплуатировать ее, вдохновить зрителя видеть и чувствовать красоту. Долгое время я создавала горные пейзажи, сейчас мой фокус сместился на море. Это другая стихия, другая энергия. Вода – уникальный элемент в природе, она может проникать куда угодно. Она может приобретать различные формы, может дать спокойствие и расслабление, или наоборот, доставить тревогу. В этой картине баланс – грозовое небо, предвестник шторма, хаоса и даже агрессии, и спокойное яркое море – символ внутреннего баланса. И так как мои картины – это метафоры, здесь ясно читается наставление мудрецов. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, оставайтесь невозмутимыми и чистыми внутри.